нас в последнее время все влоги начинаются с еды. И вместо Макдональдса приучились ходить в Додо Пиццу. Так, теперь ее видно. Что взяли? Молочный коктейль. Блин, несмотря на то, что мы купили собственный аппарат, да, в итоге купили внешний вместе, клубничный, очень вкусный. Мне понравилось здесь капучино, действительно вкуснее, чем в Макдональдсе. Это тебе я взял чизкейк. Как они пахнут вкусно. Да. Блин, они обалденно пахнут. Я просто их обожаю. Какая-то недооцененная еда. Не видел, что она прям пользуется популярностью. Вот эти рулетики с корицей, 16 штук, стоят 220 рублей. Господи, ребята, ну какие же они вкусные. Вот не пробовали, обязательно это сделайте. Меня уже там это узнавать стало, продавщица. Вот смотрите, красота. Очень вкусная, я обожаю корицу. Так, надо будет мне только салфеточки еще руки протереть. Чизкейк ни разу не пробовал, но должно быть вкусно. А есть ложечка. А зачем? Чизкейк есть? Да, как я буду есть? А я думал, ты его откроешь, и так будешь кусать, нет? Попробую. Какие планы у нас в дальнейшем? Да, мы бездельники. Продолжаем фигней страдать. Ну ладно, я на самом деле хожу на собеседование, потом вам обязательно расскажу. Ага, спасибо. Поедем в мебельный датский, если не ошибаюсь, магазин, да, который называется... Я не могу это произнести. Риск, Мист, Джиск. Короче, я ни разу в нем не был, поэтому сходим, посмотрим. Сегодня 31 число. По-моему, это единственный, да, день, что да, он потом, сегодня работает. Закрывается. Он был закрыт, потом они что-то открывают на распродажу именно сегодня. Мы туда сгоняем и посмотрим, какие есть там цены, может быть, себе что-то прикупим. И плюс Юля тебя там попросила посмотреть, есть ли там диваны. Да. Или что, диваны, да? Да, диван надо посмотреть. Я надеюсь, не будет там то же самое, что было в Икее в последний день. Да, тогда мы точно не пойдем. Там жесть была. Я не буду стоять. Люди 300-е в очереди стояли. Блин, 300-е звучит странно. 300-е это раненые. Ну, короче, там по 300 человек в очереди стояло. И люди, ну, типа, приходили в обед. Блин, вот я лох, трубочку не взял. Давай я еще расскажу. Как раз тебе возьму ложечку, все равно надо. Ну, давай. Как ты его пить будешь? Вот, поэтому съездим, посмотрим. А дальше, ну, там, как получится. И большое спасибо, что накидали идеи по поводу спорта. Будем думать дальше. Мне очень хочется... Кажется, это сквош называется. От стены. Не-не-не, это прям ходить надо. Это прям спорт-спорт. Там от стены как теннис. Вдвоем играете в такой квадратной комнатке прозрачной. То ты бьешь, то я бью. Там прям носишься, как угорелый. Покажу вам вывеску вот этого магазина. Не хочу о погоде говорить, но приходится. Опять снег с саной. Это 1 апреля. Завтра, да, уже первое. Жесть. Шутканем. Слушай, ну народу здесь нормально. Что нам надо? Юля прислала фотку, что диваны по 1500, здесь подушка 1300 стоит, самое дерьмовое. Ну вот, например, вот этот столик, да, скамья и столик, 17 тысяч рублей. Да. Причем это обычная плетенка, я бы не сказал, что это прям супер дешево. Нам нужна вот такая женщина? Нет. За 700... Ой, извини, пожалуйста, извини. Поднос. Смотри, картины есть. Может, Юле что-то надо из этого? Я у твоей мамы возьму вышивку, поставлю в рамочку и отдам Юле. Ей это нравится. Кстати, смотри, свеча действительно красиво выглядит. 250 рублей всего. Ой, слушай, я их уже видела, мы были здесь. Твоей мамы мы были. Мы не здесь. Я первый раз здесь. Прям однозначно. Прям товар один в один. Вот свечка есть такая на батарейках. Там типа огонечек катается. Ну давай смотреть. Если что-то понравится, тогда говори. Стаканы нам точно не нужны. Ну, дизайн здесь очень похож на икеевский, мне нравится. Вот скандинавский стиль, он такой минималистичный и прям здоровский. Это тоже лампа, смотри, светильник. Да. Кстати, прикольно выглядит. Можешь взять? Да. Причем тут с таймером. Выглядит прикольно. В смысле с таймером? Ну, видимо, ее можно поставить на какое-то количество времени. Да, вон таймер есть. Но я не знаю, насколько он срабатывает.
Чего? Какой-нибудь подсвечник прикольный. Если в такой поставить свечку, ну, такую, да, угу, то очень красивые узорчики вокруг, под цветом. Ну, давай возьмем, она стоит 349 рублей всего. Да, есть другие красивые. Мне казалось, дороговато для... Вот эта штука мне нравится. Фонарь. Здесь одну свечку вот эту тоненькую вставляешь. Тоже классно. Да. А вот это тебе нравится? Смотри, какая. Сюда тоже свечку вставляешь, и она такая интересная. Интересно. С подсвечника. Да, прикольно. Необычно просто выглядит. Мне нравится. Мне тоже. Может, возьмем? Тогда надо будет таких свечек взять. Ну, такие, которые плоские, маленькие такие, кругленькие. Нет, не такая свечка. Здесь другая свечка нужна. Сейчас я скажу, какая. Иди себе. Мне кажется, здесь нужно что-то наподобие вот такой, только тоньше, понял? Вот такая, потоньше. А, слушай, я даже не вижу таких, в основном большие. Они везде есть, эти тоненькие свечи. Ну, это слишком длинная, ее срубать придется. Я думал, вот такие ты имела в виду. Не. Там я заходил только что в матрасы, но также по 20-30 тысяч стоят. Дороги еще будут. Ой, извини, пожалуйста, задел. Прикольно, органайзер. Это вот тебе как раз подойдет с высотой. Вот да. То, что у тебя там зеркало. Ну, я думаю, в другом магазине любом найдем это все. Как бы, да, здесь прикольные вещи, но стоять такую большую очередь. Согласен. Вот сейчас вот здесь, смотри, есть что-то связанное со спальней. Матрасики. Ну, вон 40, 50, 100 тысяч, 110 тысяч матрасы. Низких цен что-то я не вижу. Может, это просто, знаешь, чтобы люди сюда поперлись, увидели вот эту цену. Возможно. Но на самом деле ничего такого нет. Вон зеркала. Десятка. 11 тысяч. Даже дороже, чем в Икее, мне кажется. О, такие лампочки я обожаю. Классно. Мне очень нравится. Ну, это типа лампочка Ильича. Работает? Да. Классно. Да, симпатично. От нее, конечно, света никакого, но ну, выглядит когда это. Полная, все равно, как все выглядит круто. Пойдем там пройдемся, если там можно. Давай. Короче, все это маркетинг. Маркетинг. Компьютер. Вот еще посмотрим. Тут стулья, столы. Вот сколько он стоит, смотри. Да, недешево. Тумба под телек, 16 кэсов. Ну вот тумбу под телек я бы взял, но ту, которую я хотел, она в Икее продается. В общем, ничего не буду здесь покупать. Естественно, это просто забавная штука. Шкафчик 19999. Это знаешь, у кого большая квартира и просто приколоться. Это вина хранить здесь. Да это не для вин, мне кажется, для носков. Мне кажется, для вин. И сюда можно что-то ставить. Это как холодос, только теплый. Теплый холодос? Да. Ну вот это тоже на бокалы похоже. Да-да-да. Ну, да, да, да. А, хотя может быть, кстати, почему бы и нет. Да, по-любому. Ну, тут да, ничего, здесь, правда, не написано. Здесь бокалы хранить, вина всякие, бутылки. Я там мимо, когда проходил, услышал, женщина сказала, что очередь в районе 3 часов. Поэтому если бы мы купили вот эти подсвечники, мы бы с тобой освободились, ну, ближе к 5. Почему? 6. 6. Поэтому нафиг надо, ради свечек я готов потерпеть. Да и я бы не сказал, что они прям какие-то уникальные. Да, где угодно можно там купить. Твой любимый магазин, как он называется? Хоп. Вот. Да. Там все то же самое, только мне кажется еще дешевле. Да? Да, может быть где-то стиль не такой классный, не скандинавский. Да, нет, стиль везде. Но... Мне нравится многие магазины. Зато посмотрели все, удостоверились, таких цен, как на сайте, там нифига нет. Аккуратнее. А, Маша, все это вранье.
неожиданно для себя приехали в город Дубна. Сейчас находимся рядом с фабрикой «Эко-мебель». Прокатиться решили просто так, потому что мы бездельники. Что тут интересного? Интересно здесь вот это сооружение. Огроменный просто стул. 9,5 метров. Я тебя сейчас издалека сфоткаю, чтобы просто масштаб показать. Ой. Так, ну что, давай свой телефон. Мой там остался. Мне куда отойти-то надо, чтобы вообще масштаб этот заснять? На 1х или на 2х? Попробуй на 1х, если не получится. Тебя даже видно не будет. Ладно, давайте отходить. Сейчас зафоткаем Катю. Не знаю, он к синей машине, наверное, подойду. Угу. Я вставлю. Потом. Катюш, реку? Там все равно ничего не видно. На фоне снег. Это правда. Если вдруг вы еще не знали, Дубна — это город Ядищиков. Он достаточно свежий, у него год основания 1956. И подъехали мы к институту ядерных исследований. Ну, конечно, внутрь мы не попадем. Тут все под колючей проволокой, КПП. Там все строго и серьезно. Ну, так со стороны хотя бы узнаете. Вообще, почитайте, тут много интересных фактов. 105-й элемент здесь, по-моему, открыли, если не ошибаюсь. Как он правильно? Дубни. Поехали искать воду. Ну, что-то я все равно сомневаюсь. Нет. Мне кажется, не будет. Мы проезжали с тобой это водохранилище или что там было? Тут и Ваньковская есть, до нее ехать 18 долго? Минут. Не, недолго. Если не получится, поедем назад уже. Еще интересный факт. Катя прочитала в статье, то, что город, ну, по сути, такой экспериментальный, повторюсь, Ядерщиков. Много классных зданий стоит. То есть строили прям на века, очень качественное жилье. Мы вот мимо проезжали. Много из белого, из красного кирпича. То есть такие добротные, теплые, классные дома. Причем их не встретишь по России повсеместно. Они тут, ну, порой такие достаточно уникальные. И очень много такой малоэтажной застройки. Двухэтажные дома, трехэтажные. Такие старенькие. Вот тоже. Ну, тут, правда, новодел, крышу поменяли и будто бы испортили. Ну, правда, сейчас за чуваком не особо видно. Ну, погуляйте, интересно все равно. А я все думаю, что мы так долго стоим на светофоре, вообще не едем. Интересный факт. Эта улица называется Программистов. Ребят, ну, видимо, придется еще месячишко подождать, или может даже больше. Открытых рек, водоемов мы пока не видим в нашей средней полосе. Ну, народ сидит, смотри, он прям с палатками. Видимо, в палатках и рыбачат. Прогуляемся? Давай, идем. Да. Не, ну здесь тут... Ух ты, лед, чуть не убрался я. Извините. Ну, я не вижу смысла идти далеко. Ты хочешь упасть? Я хочу не упасть, я хочу просто лечь и сделать ангелочек. Ты можешь меня опустить? Опустите. Нет, я имею в виду, держи. Ну, ты не держишь. Спасибо, помог. Я все, что ты надеешь. Давай, делай ангелочка. Ну, тебе тяжело придется. Снег дубовый. Суровый ангелочек. Да. Не, ну это не то. Не, вставай, Катюш. Холодно. Холодно, я замерзла, попа мокрая. Ну-ка, давай отряхну. Смотри, какой крутой. Это на голубя похоже. Да. Какая голова моя. Ядрушка. Ты говорил, что ты просто дзинь. Давай. Ой. Кто первый, тот молодец. Нет. Что говорить? Не, она еду принесут. Я просто уже не соображаю. Есть хочу. Очень сильно. Серьезно. Очень сильно. Нет. Будешь доставать меня? Ну, блогер.
пойдем тут место найдем себе классно. Ты прям это макросъемку, все прыщи, все поры, да? Я уже куртку снять хотел. Там люди сидят. А там какие-то пиздюки все. Ну давай, куда я тебе говорила. Давай. Туда потащимся. Давай. Давай, давай. Да, давай, козявки еще все сними. Она сказала, что дополнительно еще будет звонок и хинкальки. Может, одну пока выпьем, а потом вторую откроем. Что? Дракон. Шутки за 10 рублей. Ты, конечно, гонзо-блогер, прям все показываешь. Ну все, давай, приятно. Самая любимая моя часть, знаешь какая? Твою я тоже разобью. Нет, пожалуйста, я сама хочу. Я вот так вот мне нравится. Я сама. Я сама? Нет, ну не то, ну, что пожалуйста. Ты сделал? А ты помнишь, как я тебя... Не надо половаться с едой. Помнишь, как ты... Я тебе говорю, не разбивай яйцо мое. И ты взяла его вероломной вилкой. Не помню такого. Было. А что мы с тобой это не взяли? Мы что-нибудь трогали? Взяли. И это еще не все. Ты какой будешь? И ту или не съешь? Опять снимаешь меня в упор, да? Ну, серьезно, лучше не стоит. Можно познакомиться? Mm-hmm. Слышь, ты как Райден смотрела Mortal Kombat с такой салон душевой? Я поняла, да. Какой если она видишь... огромная. Ты похожа на бабулю, которая в огороде копается. Особая любовь на все, что связано с домом и всякими вот этими штучками, свечечками. Не можем выйти. Мне, если честно, не очень охота здесь ходить. Ну, чуть-чуть. Сколько? Ну, чтобы наверняка я знал. 5 минут? 10? 5. Она сейчас все пока не потрогает вот здесь. Все. Вот все, что вы видите. Не успокоится. Это она сейчас на камеру не трогает, а так к нему все зудит. Ну, давай, потрогай. Оп. Крутая штука. Все, нам такое надо, да? Тебе надо с мамкой. Тебе надо с мамкой ходить. Вот она тоже любит. Еще ходите. Да, она может прям часами ходить. Вау, а это что такое? В смысле? Сюда эти вставляют всякие украшения. Видишь, ты даже пользоваться не умеешь. А, не умеешь. А полотенце все потрогать, рукой провести. Потом обязательно пройдет и потрогает. Скатулочка. Надо? Ну не, это ужас. Ужас. Фишай-эффект на камеру и в зеркале. То есть так, да? Да, в крысу опять снимаю. Да. Ты посмотри, вот так головой двигаешь, и перламутр за тобой ходит. Классно, да? Да. Вообще прикольно. Не знаю, передается ли на камеру. И сколько это чудо стоит? Премиум кукинг. Что-то я не знаю. Бесценная, да. Наверное, очень дорого. Кать, покажи. Давай, семейный быт какой. Ну, короче, приходит Андрей домой, а я с этим, грязным башкой, с пучком на голове. Вот ребенок, короче, и сидит, я дома. Ну, неожиданно. Больше всего Кате в магазине понравился чемодан. Смотрите, какие у него колесики. Прям диски. А стоит это? Смотрите, вот такой маленький, 32 690. Большой 37,990. А этот? Средний. 32. А, не, слушай, может они одинаковые? Нет, они разные. Ну ладно, разные так разные. Скажите, разные они или нет? Да, они разные. Смотри отсюда, сверху. Видишь? А, хотя да, слушай, ты права. А я уж хотел нагнать на тебя. Смотри, тут есть эта штука. Да? И ключик.
И зарядки какие-то. Да, это поможет. Такой сопрут. Увидит и сопрут. А что, надо колхозных бабочек? Да. Самые стрёмные, да, чтобы не сперли. Я вот, например, себе чемодан покупал. Тебе сейчас смешно будет. На фабрике сумок медведка. За 2 кэса. Я с таким просто в Таиланд поперся. Зато не жалко, я знаю, что его не сопру. Прошло еще пару недель. Позакрывались тут резервы, то еще какие-то магазины. Выглядит достаточно пустынно. H&M, Massimo. Ну это было закрыто, но мы поверху ходили. А сейчас, конечно, все это апокалиптично смотрится. Прикинь, откроется, и народ все-таки действительно такой думает, да нахер они пошли, раз они закрылись, обидятся и все. И не будут в Заре закупаться. В Заре, кстати, цены стали офигеть какие высокие. Вон, смотри, Zara Home тоже закрыто. И качество вещей там полное говно. Вообще, Zara мне никогда не нравилось. Хуйня качества. Можете и не открываться. Слушайте, ну так классно с точки зрения лояльности, все сделано в золотом яблоке. Мы купили, ну там какие-то крема, я там ни хрена не разбираюсь. Ну, давай покажем быстренько. Ну, тональный крем. Ну, 2 штучки мне и маме. Мне и маме, да. И вам же попробовать, опять же, 2 крема. Такой. Я не уверена, что успеет что-то прочитать. Я это делаю все очень быстро. Ну, ладно, в общем, неважно. Да, в итоге мы выходим из магазина, начинает пищать какой-то из кремов. Ну, там он проводит этот охранник туда-сюда, там чек проверяет. В итоге извинился он вот так, подарил конфетки. Да. То есть они работают над лояльностью аудитории, потому что он бесит, ты, блин, заплатил почти 12 тысяч рублей. В итоге эта кассирша эти, блин, тюбики там возле кассы терла, для того, чтобы они не сигналили потом на проходной. В итоге все равно накосячила. Ну, видите, за ожидание конфеточки подарили. Класс. Все, сегодня влог выйдет еще хуже. Да. С каждым днем все позднее и позднее. Ну, а будете ночью смотреть. Ну, скажи, что ты сейчас делал? Почему окно открыто? Я наелся хинкали и рыгнул. Не вонючий. Первый раз. Мы когда были в магазине, он шел впереди, я сзади. Вот. И что-то я начинаю рот закрывать, думаю, пипец, воняет тухлятины какой-то. Не тухлять, ты сказала, тухлыми хинкалями, почему в сток меня пахнет? Блесток мне, да. А я думаю, я без палива сделал. А я иду просто, мне тошнит, я чувствую этот запах тухлятины какой-то. И на него смотрю, а он как ничем не бывало, потом начинает резко угорать. Ну я не могу, я газировки попила, она как... и все.